Заместитель председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов провел тематический прием граждан в Кубинке по мерам социальной поддержки. Несколько обращений касались оказания материальной помощи. По ним уже имеется положительное решение. Также взял в работу обращение об использовании материнского капитала, сообщил парламентарий. Также Олег Рожнов совместно с начальником теруправления Кубинка Евгением Степаненко проконтролировал ремонт многоквартирного дома номер 20. На объекте уже сдан фасад, строители перешли к отделке балконов. Также рабочим предстоит провести ремонт входных групп и подъездов. Работы ведутся качественно, отметил единоросс.